Получил вот такую вот бандероль, которая дошла до меня за 20 дней. Вот судя описанию, здесь написано, что чехлы на телефон, но я никаких чехлов не заказывал. А заказывал с этого магазина детские приколы для розыгрышей. Вот они и пришли, но не знаю, почему здесь написали, конечно, чехлы. Ну, неважно. Пришло все вот в таком вот пакете. Ну, сумку я, конечно, вскрыл, чтобы не занимать время для видео. Вот. Давайте откроем и посмотрим. Вот. Должно быть 10 вот таких вот разных приколистых упаковочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9 и 10. Это хорошо, просто в магазине жаловались во многих отзывах, что не весь комплект приходит, а только 7 штук. Мне же пришли все 10 штук. Давайте потихоньку рассмотрим, что же мне пришло. Вот Hot Team Bag, то есть вот пакетик с чаем. Я так понимаю, там скорее всего перец, и будет чай жечь рот. Вот, прикольно. Надо будет разыграть друзей. Дальше у меня идет фейк кола дринк, то есть не настоящий сок колы. Не знаю, какой-то вон порошочек, наверное, просто шипучку делать. Тоже посмотрим. Вот тоже наподобие упаковочка. Не настоящий напиток молока, тоже порошок. Тоже, наверное, делать пенистый, только уже белую жидкость. Вот. Я это даже не знаю, как перевести. Да, знаю. Английский знаю плохо. Это разберемся, узнаем, что еще такое. Опять фейк кола дринк. Это мне уже не нравится, то, что два одинаковых. Обещали все 10 упаковок и разные. Вот, далее. Невидимые чернила. Но порошок тоже, наверное, разбавлять надо и писать на бумаге, как на картинке показано. На огне потом на бумаге проявляются надписи. Плохо, что сзади на упаковках нету описаний. Просто предупреждение, да и китайские иероглифы. Но вот эта упаковочка мне уже нравится. Вот. Еще одна упаковочка какая-то. Пачкать рожу. Вот капсулы, чтобы, как я понимаю, рыгать якобы. Ну, чтобы пена зеленой сорта шла. Наклейка на стекло, чтобы стекло казалось разбитым. Надо будет сделать так на пластиковых окнах. Или на машине у друга. И вот еще. Тоже не знаю, что это такое. Плохо. На картинках на магазине были нарисованы... Не, я этому рад, конечно, не спорю, но... У магазина картинок были там много большего. Там капсулы были, которые якобы кровь делают во рту. Вот. Зубочистки были со вкусом перца и тому подобное. Здесь же все вот однообразно. Вот, видели? Фальшивые напитки, фальшивые напитки, фальшивые напитки, фальшивые напитки. Вот. Аж 4 штуки, мне столько не надо. Я зубочистки хотел, честно, и капсулы с кровью. Но, тем не менее, вот эта вот вся ерунда, вот 10 пакетиков, упаковочек, всего лишь 70 рублей мне обошлись. Ну, ничего, дам племяннику, пусть играется. А что-то возьму, сам себе разыграю друзей. Заказывайте, радуйтесь, прикалывайтесь.